Добрый день. Меня зовут Панкина Марина Владимировна. Я педагог дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи. И сегодня мне бы хотелось поговорить о таком важном элементе здорового образа жизни, как правильное питание юных пловцов. Для успешного занятия плаванием нам нужны с вами не только спортивные принадлежности, но и правильные продукты. Как же помочь организму изнутри? Правильные продукты и напитки помогут стать вам успешным спортсменом. Питание и плавание нераздельны. Каким должно быть питание юного спортсмена? Питание должно быть сбалансированным и регулярным. Прием пищи расписывается по часам. Организм привыкает получать определенную еду в конкретные часы, ведь питание до тренировки и после тренировки различается. Спортивное питание для юных пловцов должно отвечать нескольким требованиям. Оно должно содержать килокалории, которые восстанавливают потраченную энергию, содержать микроэлементы, витамины, углеводы, жиры и белки, подготовить организм к тренировке и, конечно же, восстановить его после тренировки. Ежедневный дневной рацион пловца должен включать в себя белки, жиры и углеводы. Основной задачей белков является строительство и восстановление мышечной ткани, пополнение крови красными тельцами, поддержка гемоглобина в крови и поддержка иммунной и нервной системы. Жиры повышают выносливость, обеспечивают анаэробный обмен веществ, защищают внутренние органы от повреждений. Углеводы являются основным источником силы, быстро восполняют энергию после тренировки, убирают сонливость и утомляемость. А теперь давайте поговорим, в каких же продуктах содержатся эти полезные вещества. Яйца, творог, молоко, рис, гречка, сыр, пшеница. Во всех этих продуктах находятся белки, и они должны составлять от 15 до 20% дневного рациона. Продукты, в которых содержатся жиры, семечки, орехи, все кисломолочные продукты, масла растительные, рыбий жир, и составляют до 15% дневного рациона. Углеводы должны составлять до 60% дневного рациона, и делятся они на медленные, простые и быстрые. Медленные углеводы – это макароны из пшеницы грубого помола, хлеб со злаками, картофель, каши. Быстрые углеводы – это овощи и фрукты. И простые углеводы – это сладости, которые должны содержать всего 5% дневного рациона. Мюсли, джемы, варенье, шоколадные батончики. Питание следует распределить на 5-6 приемов. Соотношение 2 грамма белка, 3 грамма жиров и 10 граммов углеводов на 1 килограмм общей массы тела. Давайте рассмотрим примерный дневной рацион юных пловцов. Завтрак. Здесь мы употребляем пищу, богатую белками. Хлопья с молоком, каша, соки, мюсли, фрукты. И все это нам дает энергию на день. Второй завтрак. Непосредственно углеводы. Продукты, ягоды, фрукты, шоколадные батончики. Мы пополняем затраченную энергию и улучшаем настроение. В обед мы используем весь комплекс полезных веществ – белки, жиры и углеводы. Суп, рыба с картофелем или овощами, куриное мясо с гречкой, рисом или макаронами. Конечно, это не все сразу и не все вместе, а все по отдельности. Обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами. За час до тренировки углеводы, фрукты или йогурт. Быть в тонусе и подпитать организм перед тренировкой. Непосредственно после тренировки мы употребляем белки и углеводы. Нежирный бутерброд или протеиновый коктейль, или банан, или шоколадный батончик.
который восполнит энергию, затраченную во время тренировки, покормит мышцы и не допустит их разрушения. И ужин – пища, богатая белками и углеводами, молочные продукты, яйца, обезжиренный творог, рыбные блюда, гречневая каша, овощи. Все это поможет компенсировать энергию и восстановить наши мышцы. Молодой организм быстро растет и развивается. Поэтому для юных спортсменов необходимы микроэлементы. Для развития скорости в рацион нужно вводить продукты, которые содержат фосфор. Бобовые, рыба, сухофрукты, чеснок. Для развития выносливости можно увеличить линейку витаминов В1, В2 и С. Это сладкий перец, лимоны, печень трески. Необходимо следить за достаточным количеством кальция, железа. И в этом нам помогут продукты, яблоки, зелень, овощи, морская капуста, фасоль. И, конечно же, необходимо придерживаться правильного питьевого режима до тренировки и после тренировки. И мы советуем за час до тренировки выпивать стакан простой воды или разбавленного сока. Ни в коем случае нельзя приходить на тренировку голодным. Но и последний прием пищи должен быть за 1,5-2 часа до погружения в воду. И небольшой совет родителям. Питание подбирается индивидуально под каждого подростка. Ответственность за дробное питание, конечно же, целиком ложится на плечи родителей. Необходимо соблюдать режим дня. Правильное питание – это здоровый образ жизни вашего ребенка и его успехи в спорте. Удачи вам!